Так, ну началась у нас жопа. Ливень. Как раз тест для моего квадрата будет. Посмотрим, выдержит или нет. Ох, бля. Жестко, жестко. Все, сейчас вот такая уже погода. Все черное пошло туда. Ушло. Выставила антенна, что радует. И все. Опять весна и солнце. Вот такая вот погодка, меняющаяся сильно. Как предполагалось, ливень прошел кратковременный с градом. И вот что сейчас у нас. Это ж намочил провода ЛЭП. И, соответственно, такая ситуация в эфире. Девственно чистый эфир. Абсолютно никакого шума. Ну, то есть это объясняется тем, чем объясняется? Тем, что там в ЛЭП, скорее всего, какие-то то КЗ, то что-то еще. Вернее, не КЗ, там, как же мы там изучали. Плохое переходное сопротивление. И оно простреливает, соответственно. А когда смачивается, сопротивление уменьшается. И все, эта дрянь исчезает. Абсолютно никакого треска. Да здравствует дождь.